Зрители знают и любят Анну Михайловскую не только за ее природную красоту, но и за бесспорный артистический талант. Несмотря на свои 32 года, девушка выглядит очень молодо, как будто бы только-только вступает во взрослую жизнь. На сегодняшний день фильмография актрисы насчитывает порядка 30 фильмов и сериалов. К тому же Михайловская играет в театре и успела поучаствовать минимум в 15 спектаклях. Со своим будущим супругом, которого зовут Тимофей Каратаев, Анна познакомилась во время очередных съемок. Точнее, она пришла на пробы и встретила Тимофея. Симпатия между молодыми людьми возникла сразу. Но ни во что серьезное она не переросла. На целых 4 года Тимофей и Анна и думать забыли друг о друге. Как вдруг их пути снова пересеклись. На тот момент Михайловская и Каратаев поняли, что у них очень много общих интересов, устремлений и планов. Они начали встречаться, а потом романтика свиданий привела пару в ЗАГС. Тимофей необычно сделал предложение Анне. Это произошло в аэропорту, где молодой человек надел кольцо на палец актрисы, а она не стала возражать. Свадьба состоялась в 2013 году, она была пышной и дорогой. А в 2015 году на свет появился сын Тимофея и Анны, которого решили назвать Мирославом. Михайловская сумела очень быстро восстановиться после родов и начать работать. Однако в семейной жизни наметился капитальный разлад, приведший к расторжению брака. Впрочем, их супруги приняли решение поддерживать дружеские отношения ради общего ребенка. Теперь армия поклонников Михайловской с интересом наблюдают за развитием романа актрисы с новым избранником. Это бизнесмен по имени Кирилл. Он долго ухаживал за красавицей, делал это изысканно и настойчиво. Кстати, Кириллу удалось почти мгновенно вызвать симпатию Мирославы, и сын Анны с ее ухажером моментально подружились. На сегодняшний день на странице артистки в социальных сетях можно посмотреть много фотографий ее, Кирилла и Мирослава. Девушка не скрывает, что они все втроем живут дружной семьей, но без официальной регистрации отношений. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!